поехали по пути в Ювескью. Мы нашли такое замечательное живописное место. Позавтракали, попили чайку, напились чай. Пересечение трех водных магистралей способствовало появлению здесь поселений уже в древние времена. В 16 веке в Ювескюле было уже 7 домов, в честь которых свое название получили некоторые современные городские районы. Торговые права Ювескюля получил еще в 1801 году, а современный город Ювескюля был основан по указу императора Николая I от 22 марта 1837 года. Значение Ювескюля для истории Финляндии заключается в том, что здесь были основаны первые в стране учебные заведения. Напоминающий деревню спокойный маленький город рос быстрыми темпами. В результате этого Ювескюля стал 7-м по величине городом Финляндии с населением около 140 тысяч человек. Рост населения – один из самых больших в Финляндии. По данным экономического исследования городов, Ювескюля занимает 3-е место по популярности среди лиц, выбирающих место жительства. Приоритеты Ювескюля остаются прежними. Это динамика спортивной и культурной жизни, высокий уровень учебных заведений, проживающие здесь знаменитости, из которых наиболее известен архитектор Алвар Аалто. Мы, конечно, упустили этот момент и не посетили музей этого знаменитого архитектора, но мы насладимся архитектурой города в полной мере. А что из этого получилось, смотрите далее. Так, ну вот мы приехали, здесь мы будем жить. Мы очень долго боролись с паркоматом. Наконец мы разобрались не без помощи финских коллег. Вот, сейчас мы будем как бы заселяться, ключи у нас уже есть. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Вы видите наши апартаменты. На этот раз мы живем в самом центре города. Это один из самых недорогих вариантов. Основным критерием выбора для нас был не столько комфорт, а сколько наличие всего необходимого. Душ, чистая постель и наличие бытовой техники. Апартаментами мы пользуемся только для того, чтобы переночевать. Остальное время стараемся проводить с пользой, чтобы получить максимум впечатлений и посмотреть как можно больше всего в кратчайшие сроки. А получили ключи мы очень просто и быстро. Единственный минус – отсутствие бесплатной парковки. Но это проблема всей центральной части города Ювескюля. И это удовольствие по российским меркам далеко не дешевое – 2 евро в час. Но с 8 вечера до 8 утра можно припарковаться бесплатно. Киркапуиста. Здание было построено в 1880 году по проекту архитектора... Не могу выговорить фамилию. Неподалеку расположились мэрия и городской театр. Крафт-музей – это экспозиция ремесел Финляндии, показывает примеры древнего и современного народного искусства. Музей достаточно небольшой, и мы там
интересного для себя нашли. Но здесь можно бесплатно взять буклеты на русском языке, где обозначены достопримечательности, и также карту города Ювескюля. Пешеходная улица Каупакату в Ювескюле признана лучшей в стране. Здесь расположились торговые центры и бутики, рестораны и кафе. Это популярный променад, центр событий и место встреч, где проводятся различные мероприятия. Зимой на этой улице не бывает снега, она подогревается обратным теплом от местной ТЭЦ. Одно из мест, где назначают встречи, превосходит все остальные. Это Компасиоакио, то есть площадь Компас. Эта точка является центром пешеходного квартала и сердцем города. Жители Ювескюля говорят друг другу: «Встретимся у Компаса!» Так что до встречи, друзья! Природной достопримечательностью города Ювескюля является холм Харью, который образовался благодаря таянию ледников. На вершину холма ведут 150 ступеней каменной лестницы. Лестница, возведенная в 1925 году по проекту архитектора Вахлуроуса, носит имя инженера Оскара Неро. Каменную лестницу в простонародье называют лестницей цветов. Каждое лето она радует разнообразием красок. Зашли в музей естественной истории в Ювескюле. Вход оказался бесплатным. Ну и вот, наверное, главная или одна из главных достопримечательностей. Размеры, конечно, поражают. Если такого на капот поймать, то я думаю, что можно сыграть в ящик. Это увеличенное 1:100. Ну, чучело в достаточно хорошем таком состоянии. Ну, я думаю, что в принципе все как обычно и везде. В самом центре Ювескюля находится деревянный квартал 19 века. Построен он кузнецом Херманом Тайвола. Это место является жемчужиной города. Сегодня на старом дворе разместились мастерские ремесленников, кафе муиста и различные предметы ручного труда. Старый двор является одним из любимых мест у горожан. Здесь проводилась, например, пасхальная ярмарка. Здесь уютно и очень интересно, но кроме магазина с нитками для вязания, мы никуда, к сожалению, больше не попали. Ювескюля, как и любой настоящий город, находится у воды.
Финляндии. Соединяет два берега озера Ювисьярви. Длина моста 480 метров, ширина 15,5. Высота моста 11 метров. Мост Коукалла был официально открыт 23 октября 1989 года, когда в восточной части города Ювисьярви в 60-70-х годах образовался район Коукалла, возникла необходимость соединить центр города и его новый район. По-моему, получилось весьма неплохо. Город Ювисьярви расположен в центре Финляндии, поэтому сюда можно легко и быстро приехать на поезде практически из любого другого города. Из Хельсинки в Ювисьярви поездка длится меньше 3,5 часов, а из Тампере – 1,5 часа. Перед центральным вокзалом установлена скульптура «Городской лось» руки Самули Алонина. Так, вот нашли памятник Пушкину. Вот. Только Пушкин, по-моему, умер в 31-м году. Ну, а тут ошиблись. У меня в классе русской литературы было написано: годы жизни Пушкина 1799-1831. Они не знают годы Пушкина. Меня вчера отсюда выгнали и сказали приходить завтра. Время я не запомнил. Оказывается, Бог уехал на праздники куда-то, и вчера он не принимал, обещал вернуться сегодня. Вот, но внешний вид неплохой такой. Всем привет! И вот мы приехали в музей финской авиации в Ювисьярви. Сейчас будем смотреть, какие у финнов крутые самолеты. Так, вот мы начинаем наш поход вот с этой вот взлетной полосы. Вот,
не видим такой грозный экспонат. Да, если ребята так летали, то это были отважные камикадзе. Так, это что? Это катапульта? Здесь вот какие-то непонятные кресты. Под крыльями, на крыльях. Полярный вариант – самолет на лыжах. Почему-то на всех самолетах вот эти вот кресты. Что еще тут наверху вот эти вот есть? Полярный вариант вон еще где. А, видишь, они листовки разбрасывали. Типа капитуляция. Всем сдаваться. Вы окружены. Если честно, у меня какой-то пробел в образовании. Финны за кого были в войне? Финны против нас были в войне? Смотри, вот эти ребята отважные камикадзе. Но это уже какие-то современные, реактивные. Мы можем даже заглянуть внутрь кабины. Ёлки-палки. Здесь столько кнопочек. Это СААП. Машины начали делать уже после. Сначала делали авиационные двигатели. Вот этот движок, наверное, СААП, который стали ставить потом в гражданские автомобили. Микоян Гуревич, МиГ-21. Так, Микоян Гуревич, МиГ-15. Вот такой вот опасный. Вот здесь вот такая рысь. Напуганная, правда, чем-то. Что это? Может быть, это какая-нибудь поршневая группа или что это? Я не знаю. Это кресло-качалка для пилота. Вот это даже, по-моему, с горшком. А для чего тогда эти вот отверстия? Наверное, это был горшок. Так, вот этот экземплярчик потрепан жизнью. Здесь вот тоже. Помотало его. Вот эти вот кресты здесь. Thank you.
Так, значит, все. Мы посмотрели. Теперь мы садимся и едем куда? Мы едем в магазин «Панда». Едем, значит, в магазин. Шоколадная фабрика. Шоколадная фабрика, лакрица, все дела. Посмотрим, что из этого получится. Так, мы приехали в фирменный магазин, или, может быть, это фабрика целая. Это шоколадная фабрика, и рядом с ней есть аутлет. В общем, здесь пахнет чем-то вкусным, да. Вот, но это для любителей, для фанатов лакрицы и все, что с этим связано. В городе Ювискюле есть магазин шоколада при старинной шоколадной фабрике «Панда». Отличить продукцию этого производителя очень легко. На каждой упаковке красуется забавный черно-белый зверек «Панда». Кроме того, она же встречает посетителей, гостей и жителей города Ювискюле у входа в магазин кондитерской фабрики «Панда». От этого становится очень радостно на душе. Стоит отметить, что в магазине кондитерской фабрики «Панда» сладости продаются с большими скидками. Вы будете приятно удивлены ценам на шоколадки и конфеты. Между прочим, поставка сладостей этой шоколадной фабрики осуществляется во многие страны мира. Отдельно стоит сказать про время работы магазина. Он открыт 7 дней в неделю, только с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 15, а в воскресенье с 12 до 16. Не пренебрегайте посещением магазина кондитерской фабрики «Панда» в Ювискюле, так как вы получите большую массу положительных эмоций. Вкусные хлебцы. Вот, ты прям сюда можешь нырять. Вот. Классическая самая лучшая, с бананом так себе. Такую я не ел. Такая, кажется, была, помнишь, неплохая. Вот такая по рубль 20 неплохая. Вот это неплохая. Вот это очень хорошая. Смотри, здесь такие разные есть вкусы. Шоколадных конфет. Вот. С ликером. Ликером вот можно насыпать. Можно прям в рот себе насыпать. А вот берешь банку. Спасибо за то, что были с нами в нашем путешествии по Ювискюле. Мы едем дальше и приглашаем вас в следующую серию. Увидимся, ребята!